Настоящий праздник «Сказку наяву» для ребят из Червинского психоневрологического интерната в Беларуси устроило братство святителя Спиридона Тримифонского. Воспитанников интерната сводили в Минске дельфинарий, где ребята смогли не только увидеть и погладить дельфинов, но и погрузиться с ними под воду. Слово нашим коллегам из Минска. Кто хоть однажды не мечтал увидеть дельфинов? Поплавать вместе с ними и даже погрузиться на глубину смогли воспитанники Червинского психоневрологического дома-интерната. Православное братство в честь святителя Спиридона Тримифонского организовало для ребят поездку в Минский дельфинарий. Яркое событие не только навсегда останется в памяти у детей, но и поможет интегрировать их в общество, почувствовать себя такими же, как и все, считают в братстве. У нас в стране порядка 46 психоневрологических интернатов. В них проживает порядка 16 тысяч наших дорогих граждан, соотечественников. Наши ребята также имеют права на полноценную жизнь в нашем обществе, то есть во всех ее сферах. Пообщаться с дельфинами в воде решились двое смельчаков, ребята-колясочники. Накануне каждый из них прошел медосмотр. Вова отважился погрузиться с дельфинами на глубину. Парень любит искать себе приключения. Минувшей осенью братство Спиридона Тримифонского организовало для него прыжок с парашютом. С тех пор в родном городе местные жители с любовью называют Вову «наш космонавт». Страшно было? А дельфины под водой красивее? Да. Дельфины чувствуют у ребят, ведут себя с ними игриво и ласково. Помимо того, что они эмоциональные, они также очень эмпатичны. Они очень чувствуют. Чувствуют как твою тревогу, так и твою и радость. То есть они обладают неким уникальным сканером, который просто они тебя видят насквозь. С какими намерениями ты подошел, с какими эмоциями. И ведут себя соответственно. Отрадно, что с дельфинами плавали только двое ребят. Но искренне от души радовались за них все. Редко увидишь такую взаимоподдержку, заботу друг о друге. И Антона, и Вовку, если так разобраться, в нашей группе, значит, не должны быть. Но мы их держим, потому что они нам помогают, прежде всего детям, сочувствие воспитывать. Это самое главное. Они друг друга никогда не бросят в беде. Ребята уезжали из дельфинария счастливые и вдохновленные. Еще очень-очень долго они будут вспоминать этот чудесный день. Информационно-православный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз».